Более 500 добровольцев со всего Подмосковья встретились в Люберцах на Большом волонтерском форуме. Подобное по масштабу мероприятие проводится впервые и приурочено к 400-летию Люберец. О работе волонтерских организаций и о насущных вопросах в нашем следующем сюжете. В фойе Дворца спорта «Триумф» развернулись демонстрационные волонтерские площадки. Волонтеры-спасатели, волонтеры-экологи, волонтеры-медики. Направления в добровольческой деятельности самые разные. Среди них и четвероногие помощники из ГАВ-команды. Это организация добровольцев. Нам один год. А в этом году исполнилось. Мы делаем досуговые мероприятия с собаками для детей с ОВЗ, для онкогостиницы «Добрый дом». Мы их посещали несколько раз. И хосписы. Пациенты всегда меняются. Пациенты всегда разные. Кто-то хорошо реагирует, но кто-то в тяжелом состоянии, конечно, он не особо готов общаться. Но тем не менее, даже когда просто собака подойдет и понюхает, не подойдет, а мы на кровать сажаем, и собачка просто нюхает даже руку человека, у него уже улыбка на лице. Несмотря на небольшой срок с момента образования, ГАВ-команда стала популярной и активно развивается. Ждет пополнения своих рядов. Кстати, на форуме добровольческие движения активно пополнялись. Заявку можно было подать прямо на месте. А те, кто сделал это заранее, получили волонтерские книжки. Сегодня вот пройдя по площадкам, которые были представлены, я для себя отметил, что был бы, конечно, я с вами одного возраста, я бы однозначно подобрал то направление, которое было бы интересно мне. Но возраст не помеха, доказали серебряные волонтеры. Это совершенно новый кластер муниципалитета, объединяющий поколения. Сегодня в городском округе действует около 40 волонтерских ячеек на базе образовательных организаций, а также ячейки добровольческих движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Подмосковья». Богдан Колесников, Ирина Иванова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.